Мої вітання усім глядачам, в ефірі програма «Власний погляд». Тема нашої розмови сьогодні – це інформаційний простір. Вітайте гостя нашої студії, президента компанії «Воля» Сергія Бойко. Доброго дня. Добрий день. У такі часи, коли країну лихоманить і у політичному, і в економічному плані, що відбувається, власне, у вашій царині, в інтернет-просторі і у телекомунікаціях загалом? Які проблеми? Ну, проблем, собственно говоря, новых, наверное, не образовалось. Все старые проблемы, они просто вылезли наружу и стали сейчас более очевидны. И в первую очередь это касается того, что, с одной стороны, ни одна страна, наверное, и наше не исключение, не готова к тому, чтобы противостоять информационной агрессии, которая происходит зачастую, а особенно сейчас у нас в стране, которая происходит со стороны внешних стран, с одной стороны. С другой стороны, ни одна из стран, естественно, не готова к тому, чтобы в конечном итоге ее территорию оккупировали или забирали, и, соответственно, приспособиться к этому, приспособиться с точки зрения экономических реалій економічної діяльності достатньо тяжело. Зараз усі говорять, що Україна перебуває у стані інформаційної війни з Російською Федерацією. От ви, як президент такої великої компанії, відчуваєте себе учасником певних бойових дій? Чи є якась стратегія? Ну, на сьогоднішній день ми все-таки стараємося бути над процесом, оскільки для зв'язистів і для телекомунікаційщиків, якщо ви знаєте, по закону України запрещені навіть забастовки. То есть нам нельзя даже бастовать, отстаивая какие-то права даже трудящихся. Потому что основная задача связистов – это обеспечивать связь во всех ее проявлениях для того, чтобы давать возможность людям высказываться и получать информацию о тех или иных событиях с того или иного места. И исходя из этого, поэтому участникам боевых действий мы себя не ощущаем. Скорее всего, ощущаем себя людьми, которые обеспечивают бесперебойную работу связи даже в очень непростых, а подчас боевых условия, которые создаются в тех или иных городах нашей страны. До речі, як вдається забезпечувати зв'язок і у Криму на анексованій території, і у місті бойових дій? Ну, собственно говоря, как? Які складнощі? Чи все, чи немає якогось впливу? Безусловно, є. На сьогоднішній день у нас существенному давлению и существенному влиянию подвергались как наши филиалы в городе Севастополе и Симферополе, так и, собственно говоря, наши филиалы в других городах уже Восточной Украины, в частности, в Краматорске, Волчевске, в Донецке, там, где зачастую вооруженные люди приходили в офисы, угрожали брать заложников или даже применять физическое насилие по отношению к нашим сотрудникам в случае, если они отключат фашистские украинские каналы и так далее. А наскільки інтернет-простір України є залежним? Дуже багато існує думок, що Україна залежна в економічному, в політичному плані. Інтернет-простір, він самостійний в Україні? Так, да, абсолютно. Я навіть більше скажу, мабуть, свободи, які у нас є зараз в інтернет-услугах і в інтернет-сфері, многим странам восточнее нас остается только мечтать. Я говорю и о России, и тем более о Китае, там, где есть свои, собственно говоря, чебурашки или там свои собственные интернеты, как в Китае. Ви говорите, що головне ваше завдання – це безперебійне надання послуг, надання інформації. Хто, на вашу думку, має займатися якоюсь державною, не то що державною, а якоюсь національною пропагандою? Те, що ми бачимо, як робить це Росія, і чи може держава вам нав'язувати це? Ну, в конечном итоге государственной пропагандой, равно как и любой государственной политикой, должны заниматься государственные органы. В данном случае у нас есть Держкомтелерадио, который, как мне кажется, является органом исполнительной власти и по закону обязан формировать, в том числе или в первую очередь, государственную политику в области информационной сферы, по крайней мере, в области телевидения. Если говорить о более широком масштабе информационной политики, то для этого есть Министерство транспорта и связи, плюс для этого есть в конечном итоге государственные органы, такие как в том числе Совет национальной безопасности нашей страны, которые должны или обязаны утверждать долгосрочную, не сиюминутную, а долгосрочную стратегию и политику в области информационной защиты нашей страны. Напевно, що таке втручання ви будете розцінювати як небажане, да? Але от де має бути межа між комерційною складовою та державними інтересами? Як її знайти? Государственный интерес, если он нацелен, а любое государство призвано защитить своих граждан, и поэтому если государственный интерес нацелен действительно на выполнение именно этой основной функции государства, он всегда найдет понимание и у частного бизнеса. В случае, если прикрываясь защитой граждан,
государство будет использовать или преследовать иные цели, в том числе частные, коммерческие, тех или иных государственных чиновников, естественно, это вызовет волну неудовольствия, волну неудобства со стороны любых бизнесов, в том числе и в области интернета или телевидения. А яке ваше відношення, коли законодавці забороняють телеканали, певні інтернет-сайти? Як на мене, на сьогоднішній день жоден законодавець до цього не дійшов. Наша Верховна Рада точно до цього не дійшла, принаймні до сьогоднішнього часу. Якщо до цього дійде, то, як на мене, це буде дуже тривожний сигнал. То ми тоді жодним чином не будемо відрізнятися будь-якої країни-агресора, будь-якої країни з тоталітарним режимом. А я цього б не хотів. Які ваші поради до політиків, наприклад, як саме, якими законами варто контролювати цю агресивну пропаганду? Якщо не забороняти канали, то що треба робити? Ділати то, щоб в кінцевому итоге для любої пропаганди не було почви. Для того, щоб не було почви, це в кінцевому итоге говорити правду. У нас зачастую, к сожалению, наше інформаційне сообщення со стороны государственных органов, со стороны чиновников, возглавляющий тот или иной государственный орган, они являются вялыми, непрозрачными, непонятными, запутанными. Люди не умеют говорить. А это, как мне кажется, один из основных навыков, которым должен обладать государственный деятель. В противном случае он не имеет права заниматься государственной работой. Нещодавно на базі Верховної Ради України відбувся круглий стіл щодо впровадження величезної державної програми, впровадження широкосмугового доступу до мережі інтернет. Що це таке і які якісні зміни пропонуються цим? Собственно говоря, речь идет о том, что со стороны государства до этого момента была достаточно, ну я бы сказал так, положительная практика невмешательства в интернет, что в конечном итоге дало, как результат, дало достаточно широкое распространение интернета, и сейчас уровень проникновения интернета как такового среди наших пользователей, наших граждан нашей страны достаточно, я бы сказал, на среднеевропейском уровне. То есть 20-30% проникновения интернета – это неплохой показатель для восточноевропейских стран. На сегодняшний день в городах этот процент выше, соответственно, в сельской местности этот процент ниже. Но ниже не потому, что каким-либо образом необходимо экономически стимулировать приход в села, там, создавать фонды универсальных услуг. А ниже только потому, что на сегодняшний день государство еще немножечко не дорабатывает те меры, которые должны были бы развивать и помогать развиваться цели использования интернета. Например, у нас нет до сих пор электронного правительства, у нас нет на сегодняшний день эффективно действующих сайтов тех или иных государственных органов, где человек может получить услугу через интернет, а не просто узнать информацию. У нас сейчас все сводится к информационным сайтам. Третье, и это немаловажно, это стимулирование перехода на электронную систему оплаты при помощи интернета. Тем самым, как мне кажется, у государства высвободится огромный ресурс, как людской, так и материальный, то бишь в деньгах, который можно было бы использовать на, как мне кажется, с решение социальных проблем, которых у нас достаточно. Це був лише круглий стіл. Коли реально почнеться впровадження цієї програми, як ви гадаєте? По результатам круглого стола договорились о том, что будет наработан и со стороны интернет-ассоциации, и других ассоциаций, которые объединяют участников интернет-рынка, будут разработаны конкретные предложения, связанные с так называемой дорожной картой, то есть теми шагами или тем планом действий, которые необходимо предпринять со стороны государства. В том числе со стороны интернет-ассоциации была доработана, передана так называемая «помаранчевая книга», где основные вехи этой будущей дорожной карты уже указаны. И они достаточно просты. Я очень рассчитываю, что после того, как будет выбран у нас президент нашей страны, собственно говоря, парламент вернется к нормальной деятельности законотворческой, которая позволяет, как мне кажется, в том числе решать нагальную проблему коррупции. Почему? Потому что упрощение любых правил игры есть ничем иным, как шагом по борьбе с коррупцией. Если у чиновника нет повода вмешиваться в деятельность того или иного хозяйственного субъекта или в жизнь того или иного человека, то, соответственно, у него нет повода получать или вымогать деньги. Ну и наоборот. Оця програма впровадження такого доступу до інтернету, вона має якісь часові рамки? Чи можна говорити, там, що за 2-3 роки це буде впроваджено? Знаєте, ну, ні, нічого невозможно. При огромном желании, і я здесь свою точку зрения скажу, при огромном желании для того, чтобы достичь уровня проникновения именно высокоскоростного интернета, он отличается от простого интернета большим объемом информации, которую можно передать за единицу времени. Так вот, для того, чтобы
при желании сделать проникновение на уровне 50-60% от всего населения страны пользоваться высокоскоростным интернетом, ну, достаточно полутора лет. То есть для этого не надо никаких супер там грандиозных инвестиций, для этого нужно сделать две или три простые вещи. Отменить то государственное регулирование, которое до сих пор существует, поменять подход к государственному управлению этой отраслью. И третье, требовать со стороны государственных органов применять и использовать этот интернет как способ повышения оперативности, эффективности обмена информацией, получения информации. От ви сказали про відміну регулювання. На вашу думку, чи має все ж таки держава жорстко контролювати інформаційний простір в тому плані, щоб не програвати у інформаційних війнах? Контролювати, да. Но контроль предусматривает на сегодняшний день мониторинг. И в этом случае мониторинг должен в конечном итоге, за мониторингом должна следовать некая реакция. Эта реакция должна быть четко описана в виде законодательства, какие меры или шаги должно предпринимать государство в случае появления тех или иных опасных для государства, для народа, для людей сигналов, в том числе в информационной сфере. На сегодняшний день у нас, как мне кажется, достаточно четко это прописано как в законе о телевидении и радиовещании, так и в законе о телекоммуникациях. И достаточно на сегодняшний день инструментов, прописанных в законодательстве. Второй вопрос – это применение того, что есть в законах. И здесь у нас есть над чем работать. От, власне, чи чітка позиція держави, не законодавча, а саме політиків у сфері регулювання? Я думаю, що ні. Ну, яркий примір на сьогоднішній день заключається в тому, що, допустимо, регулятор в області телевізійного радіовіщання вже більше 2 місяців не може зібратися на своє засідання, оскільки не вистачає кворуму. При этом, если я правильно понимаю, уже есть несколько заявлений об отставке. Более того, принят закон о том, что будет формироваться национальный совет, отдельная четверка, которая выбирается в парламенте, отдельная четверка, которая назначается президентом. И уже объявлен с недавнего времени там новый конкурс на четверку парламентскую, которую предстоит поменять в национальном совете. Все это можно было бы сделать еще в марте месяц, уже май заканчивается. Я вас питав, наскільки самостійне взагалі простір в Україні, а от наскільки самостійна ваша компанія? Чи не впливають на неї деякі політики зараз напередодні президентської кампанії? На сьогоднішній день я думаю, що ми за свою 12-літню історію вже достатньо себе зарекомендували як компанія, яка не прогибається під ким би то ні було і в кінцевому ітогі не управляється ким би то ні було ізвні, за ісключенням, звісно, наших абонентів. К абонентам мы относимся как к святому, и их мнение, в том числе по формированию и наполнению наших пакетов, является для нас основным. Я вам дякую за цю розмову, бажаю успіхів у вашій роботі. Спасибо і вам. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був президент компанії «Воля» Сергій Бойко. Залишайтеся із парламентським, далі буде.